КФУ принимает ученых из университетов Японии и Великобритании для научного семинара «Жизнь геномов». Заявлено более 15 международных специалистов и 50 молодых ученых со всей России. Помимо представителей Казанского федерального университета на семинаре выступят ученые Зоологического института РАН, Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока, японских университетов Наро, Кео и Рикен, а также британского Ноттингемского университета. Семинар проходит в рамках работы над грантом Российского научного фонда и проводится с 2014 года. Мы собираем специалистов в области геномных технологий со всего мира. И в этот раз у нас представители 4 японских университетов, а также представители английского научного сообщества, которые поделятся с нами своими наработками и самыми последними открытиями в области геномных технологий, их применения в медицине, в сельском хозяйстве и ветеринарии. В программу семинара вошли обзорные лекции зарубежных и российских ученых о современных исследованиях в области анализа генома и семинары о применении методов генного и геномного анализа. Представлены результаты исследований в области борьбы с патогенами, сохранения клеток моллюсками, редактирования генов и многих других. Подобные мероприятия нужны и важны для КФУ. Причиной этому является наличие в университете большого количества молодых научных сотрудников. Однако оно организовано не только для обмена знаниями и мнениями. Специалисты намечают для себя конкретные планы для реализации своих проектов. Практически все участники либо уже ведут сотрудничество, совместные проекты с Казанским университетом, либо планируют присоединиться. Таким образом, это не только и не столько, скажем, научная конференция, сколько практически семинар и, скажем так, заседание рабочей группы. Семинаром научная деятельность не заканчивается, и ученые уже сейчас строят планы на дальнейшие практические работы. Артём Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.